Вопросы партийного строительства стали центральной темой выездного партийного часа Одинцовского отделения «Единой России» в Горском. В заседании приняли участие руководитель партийной фракции в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев, исполнительный секретарь Одинцовского местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова, а также члены политсовета, депутаты «Единороссы» и «Партактив». В первую очередь обсуждались вопросы инвентаризации первичек. Местное отделение исключит из состава членов, переставших выходить на связь, чтобы в дальнейшем принять в свои ряды новых партийцев.